Сегодня в этом видео рассмотрим создание шаблона для коррекции десны. Начну с того, что ко мне обратился коллега, чтобы я научил делать данный вид конструкции. С удовольствием поделюсь инфой, не какая-то закрытая инфа. Итак, начнем с того, что я получил готовый проект уже с готовой моделировкой, на которую нужно сделать шаблон. Для этого необходимо изменить пару раз наряд проекта, а именно необходимо первым создать окклюзионную шину, и вторым шагом будет создание телескопов для создания контуров. Так что предлагаю вам устроиться поудобнее и с удовольствием посмотреть данный ролик. Всем, кто смотрит данное видео, прошу вас поставить лайки, и те, кто не подписан, подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы узнавать о новых видео. Если есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь на них ответить. Хочу предупредить, что я допустил одну серьезную ошибку, и как только об этом вспомнил, сразу постарался ее исправить. Это не сильно изменило моделировку шины. Конкретно в чем ошибка? Лизионную шину нужно моделировать без постановки воксапа, а телескопы уже с моделировкой. Так что вот так, не допускайте таких ошибок. Thank you.
Thank you.